Участки, которые в этом году попали в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», расположены во всех районах Саранска. Их определили в конце 2019-го, в том числе и с учетом пожеланий жителей города. Проектная группа собиралась в декабре 2019 года, где были утверждены данные списки дорог. Они отбирались по карте худших дорог, по пожеланию наших жителей нашего города. Это самые плохие участки дорожной сети в городе Саранск. Всего в Саранске таких самых плохих участков 25. Самый крупный объект – почти весь проспект 70-летия Октября от улицы Короленко до улицы Тани Бибиной. Там будет капитальный ремонт. Там планируют замена асфальтобетонного покрытия, замена напора наружного освещения, устройство пешеходных переходов согласно ГОСТу, с подъемом, с искусственной дорожной ровностью, с новыми дорожными знаками. Ливневая канализация планирует сооружение на данной дороге. На верхней части от Косаря до Тани Бибиной предусмотрено строительство остановочного павильона, и там будет дополнительные парковочные места созданы в этой части. Сейчас на этот объект стоимостью порядка 100 миллионов рублей разрабатывают проектно-сметную документацию. Она должна быть готова до 1 мая. После будут торги, на которых определится подрядчик. Для остальных участков исполнитель работ уже известен, проверенный и надежный. 21 объект по ремонту дорог Протаргон, подрядчик там уже определен, МАПО Трансово, специализированная дорожная организация. Конечно, они же подтверждают опыт на аукционе, они все это подтвердили и выиграли. Конечно. Они сделали объект чемпионата мира также в 2018 году, в 2017 году. Много объектов сделали. Предстоит сделать тоже немало. На юго-западе улицы Щерса, Лозо, Марины Росковой и Евсевьева. На светотехстрое дублер улицы Коваленко и проспект 60-летия Октября. Упоминаются поселки Луховка и Николаевка, а также еще десяток адресов. Отдельной строкой указаны три перекрестка. Два на Коммунистической и один на Полежаева. На местах сразу ТП – это места, где было наибольшее количество сбитых пешеходов, людей за прошедший год. Там и будут установлены дополнительные знаки. Освещение будет сделано, и искусственный дорожный рост будет припоят пешеходный переход. Сейчас смету мы направили на согласование в ГИБДД Республики Мордовия. Как нам согласуют, мы будем объявлять аукцион после этого. На весь комплекс работ в Саранске выделено больше 300 миллионов рублей. Это почти на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. В результате доля автомобильных дорог, которые находятся в нормативном состоянии, должна подобраться к 70%. Павел Степаненко, Игорь Гангаев. Наши новости.